Скумбриевидный гидролик. Этот опасный хищник получил прозвище «вампир» и распространен в реках Венесуэлы. Длиной тела скумбриевидный гидролик бывает до 1,5 метра, вес обычно около 18 килограммов. Рыба эта очень агрессивна, а из ее нижней челюсти выступает пара длинных клыков до 15 сантиметров длиной. Неудивительно, что у людей она получила ассоциацию с фантастическими кровопийцами. Скумбриевидный гидролик выбирает водоемы с чистой и по возможности прозрачной водой. Он ведет преимущественно одиночный образ жизни, изредка собираясь в небольшие стаи для совместной охоты. Гидролик нападает на все живое, меньше его по размерам. Добычу атакует сверху, протыкает ее клыками и проглатывает целиком. Несмотря на значительную агрессивность, скумбриевидный гидролик достаточно редко нападает на человека, хотя пара убийств неосторожных рыбаков присутствует в статистике. Продолжительность жизни рыбы-вампира в естественных условиях 10-15 лет.